от пациентки. 6 месяцев назад началось онемение частей тела. Руки, ноги, левая часть лица. Немного позже появились непонятные ощущения в руках и ногах, покалывания и мурашки. Кружится голова, усталость, спутанная речь. Позже присоединились болезненные ощущения в левом глазу. Иногда присутствие белого пятна, когда смотришь. Бывает помутнение образа. Я проживаю в Германии, МРТ проходила тут. На руки получила описание, краткое и непонятное. В нем говорится об отсутствии изменений. Домашний доктор ставил подозрение рассеянный склероз. Здесь, как ни странно, часто ставят ошибочные диагнозы, как в ту, так и в другую сторону. Я не хочу упустить момент, и если что-то имеется, то принять как можно раньше меры. Я считаю, что два мнения лучше одного, и российским специалистам я доверяю больше. С уважением, С. Кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по МРТ пациентки 1981 года рождения. Выполнен в 2020 году. На представленной серии МРТ-томограмм головного мозга получено изображение в трех проекциях разного типа взвешенности и с контрастированием. Очаговой патологии не найдено. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии нет. Единичное расширенное ликворное пространство верхнего Робина. Субарахноидальное ликворное пространство по конденситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Пустое турецкое седло. Патология мозга мозжечковых углов не выявлена. Стволовые структуры не изменены. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-силярная область и структура задней черепной ямки без МР-признаков патологических изменений. Миндальная мозжечка расположена на уровне большого затылочного отверстия. Проекция мозга мозжечкового угла, корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон. Симметричны, не утолщены. Придаточные пазухи носа свободны. Заключение. Патологии головного мозга не найдено. Завкафедры профессор Холин А.В. Вопрос пациентки, спасибо. Меня интересует вопрос, а что такое пустое турецкое седло и что с ним делать? Отзыв я вам оставлю. И у меня здесь много знакомых, у которых есть МРТ с плохим заключением. Я им вас порекомендую. Ответ профессора Холина А.В. Это аномалия развития седла, когда отсутствует ее диафрагма. Сам гифофиз распластан по дну седла. Ничего делать не надо, так как это ничем не грозит и встречается очень часто.